Hey, yo, guys, мы Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием A Hate of Type. Или как-то так. Короче, о, фризы. Ждем, пока фризы пройдут. Так, все, они прошли. Так, как я и говорил, сначала тратим монеточки. Ну, давай. Цвет. Нажмите, чтобы найти частицу времени. Ну, то есть это обычная шляпа наша. Так, а что нам еще там дали? А, тут нету места с гардеробом, либо типа того. Так, акт 3. А, акт 2. Битва на бочках. Это акт 1 был. Битва на бочках. Количество жителей не уменьшилось. Странно. Вернуть упавший осколок времени шанс вспотеть? Надеюсь, нет. Ну, полетели. Второй акт. Битва на бочках. А усатую, то есть поймали. Так, опять фризоиды. Жду, пока FPS вернется. Оно типа, понимаете, вначале лагает из-за того, что ему нужно прогрузиться миру. Вы же не хотите сказать, что город снова... В натуре? То есть я... У меня одна и та же локация. Понятно. Короче говоря, все у нас забрали. О, да ладно. Максимально странно. Ну, типа, я удивлен то, что там хоть что-то было. Ведь я ящики все разбивал. Скажите, что и тут что-то есть. Ну, зато бабки можно собирать. На ту херню дерьмовую. Дальше эти сферы пооставались. Эх, понимаю. Ну только вот эти можно ломать специально ради того, чтобы получать много. Ну типа я не собираюсь одно и то же выполнять, то, что я делал. Потом просто идем к боссу.
Эй, ребенок, брысь! У мафии не может быть свидетеля ребенка, пока мафия преподает урок. Как неловко для мафии. Мафия не знает, что делать. Босс, что нам делать со свидетелем? Преподайте ей урок, парни. А, я с тобой разберусь. I'm so confused. No child will be in the way of mafia. Что за черт? Enough! Довольно! Мафия не будет смыкаться перед маленькой девочкой. Приготовься почувствовать гнев мафии. Heads up, little punk. Получай. Do not think about avoiding barrels. Даже не думай уворачиваться от бочек. Посмотри, как ты справишься с этим. Я просто уворачиваюсь. Так не пойдет. Мафии нужно разобраться с этим. В стиле мафии. Приготовься узреть, как мафия разбирается с пожилыми людьми. Следим. Что за... Вау. Блин. Я бы хотел без получения урона пройти. Что произошло? Окей, мы часики получили. Нет, ну представляешь, что за кучка неудачников? Эй, а ты ничего новенькая? У тебя имя есть? No? Нет? Стесняешься? Ну ничего страшного. Kind of ты с таких... меньше болтовни, больше дела, я так понимаю. Это штука, которую ты подобрал. Ты их собираешь, потому что я знаю, где есть еще какие-то такие же. Эти штуки падали с неба, когда мы прибыли. Когда ты прибыла. Я видел, как эти громилы относили эти штуки вон туда. Нам стоит забраться туда и вернуть твои добро. Будет весело, я рада. Я рада любой возможности напортачить мафию. Ты со мной, дружище? Мистические девчонки, друзья. Так, у нас кто-то проник. Ты готова разобраться с мафией? За дело! Я готова на все 100. Давай пробежимся по плану. Любому нападению необходимо четко проработанный план, иначе это будет провал. Сначала мы их задушим, будем душить и смотреть, как они просят пощады. Это будет то, что надо. Нет, подожди. Душить их не будем слишком милосердно. Мы вместе отметим их и в кашу. И поместим их останки в банку. Затем мы продадим банки за деньги, которые пойдут на карманные расходы. Это будет то еще соли на ране. Сначала мы должны пробраться через штаб-квартиру мафии.
Когда мы найдем и сбросим с трона босса мафии, последует все остальное. Мы с легкостью заключим вечеринку к нашей... с кашей и банкой. Нужно тебе снарядить. Твоя шляпа обычная. А в нашей банде нет места обычному. Клуб можно найти в городе мафии и использовать, чтобы шить новые шляпы. Если руки золотые, у меня есть для тебя один. Для некоторых шляп нужно больше клубков, чем для других. Полагаю, творчество не бывает бесплатным, да? Так что, высматривай клубки. Теперь ты машина для убийства. Зададим ему жару. Теперь ты машина для убийства. Зададим ему жару. А что от меня хотят? Так, подожди, сюда нужно 4, сюда 14. Что мне делать? Там вообще 25 надо, чтобы наверх подняться. Стоп, 25, чтобы наверх подняться? Ну ладно. Гость из далекого космоса. Глава «Город мафии». Население 379. Задание: вернуть упавший осколок времени. Шансы вспотеть? Само небо вспотело. Город мафии. Акт 3. Гости из далекого космоса. Мне сейчас просто в голове, понимаете, ребят, такая мысль была, чтобы одна серия — это одна миссия. Но, ладно, пусть оно, короче, будем делать так. Одна серия — это такой уровень, да, допустим, мой босс. Сейчас я подожду, пока он отфризит, если отфризит. Так, все, мир прогрузился, поэтому можем идти. Ну что тут изменилось? Просто ночное небо. А, нет, смотрите, что-то добавили. Какие-то енотики на воздушных шариках. Стоп, может это шанс того, что я могу... Или нет? А, я понял, это враги. Это новые враги у нас появились. Вот что это произошло. Так, стопэ. Если теперь за мной будут еноты следить, то это не очень хорошо. Так, ладно, пойдем тогда через верх. Заметьте, что здесь решетки поставили. Хотя, походу, они стояли до этого. Тут все спят. О, нет. Так, я упал.
А, у меня еще глаза светятся. The... Что за? А? It's... Это... It's slimy space. Это слизкий космический пришелец. Мафия увидела космический корабль. Мафия знала с самого начала. Мафия под вторжением инопланетян. О, так мы это уже место проходили. Оставь мафию в покое, монстр! Вот если мафия даст тебе это, ты уйдешь? Вот и все. Послышалось? Походу да. Долой мафию. Ну, в принципе, походу я изучил полностью целую локацию, поэтому мы можем до конца уже доиграть. Долой мафию. Город мафии станет не... Так, население станет на новом меньше. Задание. Свергнуть мафию. Шансы вспотеть? Само небо вспотело. Хотя нет, ребят, нет. К сожалению, ребятки, у нас так не получится. Потому что мы с вами прошли книгу, мы прошли босса. А мы договаривались. Просто эта локация, как вы поняли, была общая, здоровая, на всю карту. То есть, мобиль босса, ну, сделали пробежку. Все, серия на этом заканчивается на сегодня. Следующая серия у нас будет битва с боссом, ну и что-то, если еще появится, то до конца добьем эту же часть. Главу, то есть. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Да, как-то так. Коротенько.